А Эдуард — это, соответственно, тренер самого Виктора Щербатиса. А Щербатис, да, это, прошу прощения, большой спортсмен. Да. В прошлом. Кстати говоря, который тоже в числе выводящих в черной майке. Да, 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 конечно, я вот и заметил его. Итак, смотрим. Заключительная попытка 100 килограммов. Вау. Ух, ножка поехала при вставании. Да. Опасно. Скользкий помост. Молодец. Ребекка вообще без проблем привозит 12 килограмм второму месту. Это только рывок. И я думаю, нам надо так мысленно обратиться к организаторам соревнований. С помостом надо что-то делать. Вот где, не помнишь, Иван, в Фьорде норвежском подобное было? Периодически это вообще систематическое вообще. Да, там проблема. Другой стоял помост.